Минувшей ночью на уборку тверских улиц от снега вышло 55 единиц спецтехники и около 140 самосвалов. Помимо муниципального предприятия ЖЭК, отвечающего за состояние городских магистралей, к расчистке были также привлечены 8 подрядных организаций. Это стало возможным благодаря введенному в городе режиму чрезвычайной ситуации. У нас дополнительная техника привлекается в первую очередь в ночное время. Вывоз, расширение дорог, эвакуация, переставление машин с места на место, которые припаркованы там, где мешают уборочной технике. Естественно, это будет делаться. Основные силы были брошены на ликвидацию снежных навалов, сужающих проезжую часть на магистральных улицах. В первую очередь коммунальные службы сосредоточились на расчистке мостов, а также улиц с плотным дневным движением. Набережная Афанасия Никитина, улиц Горького, Паши Савельевой, Советской, Коминтерна, Орджоникидзе, проспектов Ленина, Калинина и Победы. В день мы вывозим порядка 10 тысяч тонн снега. Но это достаточно серьезные цифры, поскольку, так, для примера могу сказать, что в прошлом году за весь период зимнего содержания уличной дорожной сети мы вывезли порядка 82 тысяч тонн снега. Помимо расчистки магистральных улиц, работниками МУП ЖЭК ведется уборка снега и наледи возле остановок общественного транспорта. С помощью малой техники ликвидируются навалы, препятствующие безопасной высадке пассажиров. Управляющие компании, отвечающие за содержание дворовых территорий, также работают в усиленном режиме. Перед всеми управляющими компаниями поставлена задача уделять внимание не только расчистке дворов, но и подъездов к контейнерным площадкам. Стараемся освобождать выезды из домов для проезда спецтехники, потому что были обращения, что скорые не могут подъехать. Также работаем с САХом. Они нам дают оперативную информацию, где они не могут подъехать. Но сейчас, на данный момент, САХ везде мусор вывозит. Что касается социальных учреждений, все они, несмотря на экстремальные погодные условия, работают в штатном режиме. 2 года назад за счет средств городского бюджета все тверские школы, детские сады, дома культуры и спортивные комплексы были обеспечены портативной техникой. Портативные снегоуборщики уже доказали свою эффективность и даже в нынешних непростых погодных условиях позволяют обеспечить беспрепятственный доступ на территорию учебных заведений. Там же, где использование подобной техники невозможно, на помощь приходят волонтеры. Сегодня члены молодежного центра «Перспектива» расчистили игровые площадки на территории детского сада номер 134. Работа по расчистке тверских улиц и вывозу снега осуществляется круглосуточно и координируется оперативным штабом, специально созданным при администрации Твери. Заседание штаба проводится ежедневно.